Привет, народ! И мы с вами продолжаем Just Cause 3, ребят. Да, это Just Cause. Вы не можете поверить. Вы думаете, фу, Евген скатился, он будет выпускать одну серию в неделю. Нет, Just Cause 3 здесь, ребятки. Он здесь перед вами. Что ж, ребят, давайте с вами прокачаем наш новый крюк. И, ну, я не знаю, это, у меня такое ощущение, что это какое-то бесконечное обучение отчасти притянуться. Упа, у. Хорошо. Теперь попробуй еще раз. Исключим везение новичка. Да, знаете, а то случайно долбил по всем кнопкам и... Нет, серьезно, у меня такое было в игре. Я играл и просто ударил под... Ну как, ударил. Постой, я могу притянуться? Ну, как... Отлично. Встретимся на посту Гвардия Альфа. Вот, кстати, офигенно. Я практически могу летать от тени кружки, Леонардо. Когда ты на парашюте. Сматывай, подтягивай себя в воздухе. Это как полет. Это я заметил, что это как полет. Блин, это реально. Я чувствую себя Человеком-пауком, ребят. Это нормально, что я сейчас чувствую себя так, как будто у меня тут паутина выделяется. Ну хорошо, она выделяется из руки. Если она выделялась из других мест, сюда. То это было бы стрёмно. Что такое? Что у тебя там? Вот так. Взрыв предотвращен. О, да боже мой. Безопасность прежде всего. Ты в порядке? Да, идем. Что я в порядке. Если с конструкцией что-то не так, я должна буду это исправить. Ты же не боишься летать? Нет, конечно нет. Агент, боящийся высоты. Было бы странно, да. Это повстанцы. Салют, салют. Салют. Что ты со мной сделала? Торжество технологий. Твой крюк усовершенствован. Вероятность случайного отделения конечности стала меньше. Теперь ты можешь цеплять сразу два объекта и притягивать крюк. Твой друг Марио предложил назвать устройство крюкохват 03, но не думаю, что юридический отдел согласится. Думаю, начать можно с поста Гвардии Альфа. Может, выломать ворота? Может, мы врагам будем выломать ворота? Зачем же? Пост будет открыт. Я обратила внимание, что повстанцы плохо лазают через заборы. Наверное, мало каши едят. Я знаю, ребята, что было непросто. Но это все меняет. С этой штукой можно будет разнести весь аванпост. Причем без единого выстрела. Ну, хорошо. А, я... тут даже есть достижение, я видел. Типа, без единого выстрела уничтожить аванпост. Я, правда, не знаю, как. Вот теперь хорошо. Я вхожу. Алло, пацаны! С вами Виджелинг! Так, у меня идея, ребят. У меня здесь... Черт, возьми, я... Ребят, мне... Я одному кажется, что я стал Человеком-пауком. Ну, ненароком. Да я хочу все связать, потом сделать большую... Большие потягушечки. Знаете, я... Мне не нравится... Черт возьми, только две веревки за раз? Ну, блин, ну что это за гумос такой? Я хочу, чтобы все сразу... Да. Нет, конечно, когда рядом будут враги, мы будем запускать бочки в них, все... Все будет намного симпатичнее. Больше, больше огня, больше взрывов. Да, торжество, торжество первобытной сущности пламени. Да, сожжет пламя врагов моих, наших и ваших, и врагов британской короны тоже. О, боже мой! Он уничтожил все, он молодец, он чертов герой революции. Ну, кстати, нормально. А на PS1-ке такие происходят, все лагает и вообще игра плохо работает. PS4 говно. Да я прикалываюсь, ребята, если вы не догадались. Так, что-то еще не взорвано, ребят. Что же... Ой, йо-хо-хо. Мы забыли взорвать главное. Главное виновник торжества. Бум, отлично. О, она сейчас, мне кажется, или она улетит. Застала освобождена. Своё поселение деревало теряет контроль над провинцией. Хорошо, понятно. Видимо, это будет наше учебное задание. Освободить хотя бы одну провинцию. Втягивание теперь работает. Также мне нужна помощь. Передаю новые координаты. Окей, босс, I will do it.
нет. Мне нужно повыше забраться, чтобы использовать парасут на этой штуке, потому что это реально. Оп. Ой-ой-ой, твою мать, чего? Вернись, вернись. Человек-паук. Спидерман. Ребят, я реально не могу вернуться. Я пытаюсь запускать трос, но я просто теряю высоту. Пожалуйста, верни меня. Верни меня. Ну что это такое? Я такой провал сделал. Чувствую себя немножко стрёмно. Я что, должен все сначала взорвать? Не-не-не, слава богу, сначала взорвать ничего не... Я уже запугался, что взорвись сначала. Камрады. Нет, игра, эта игра более милосердна. Это все тоже задание? То есть мы продолжаем тоже задание? Что за неряшливая работа? Это не фаервол, а решето какое-то. Кто им сеть устанавливал? Бабуины? Ладно, проехали. Ой, я бабуин, я устанавливал сейчас сеть. Сейчас начнется атака. Войска на подходе. Это ответный удар за вчерашний вечер. Повстанцам грозит опасность. Вражеская пехота сомнет их. Какая трагедия. И как удачно. То есть неудачно. Нет ничего удачного в трагедии. Гребаная пехтура. Это возможность испытать новое изобретение. Что это такое? И предотвратить катастрофу. Подними руки. Вот так. Что ты делаешь, женщина? Мне кажется, она вставляет мне... Что ж, она вставляет мне что-то сзади? Теперь у тебя есть винг-сьют. Можешь летать. Начинать лучше рядом с окном. Долети до моста. Я не Бэтмен. Почему я... Иначе нам конец. То есть я теперь Человек-паук и Бэтмен и... Мы должны сделать все как следует. Ребята, интересно, в этой игре будет что-то, что я не смогу делать? Ну, по каким-либо причинам. Ой, как открывать винсьют? Ну, наверное, он не так работает, нет? Как вы думаете, ребята, я не ошибся или же так было задумано? Нет, если серьезно, я знаю, я сейчас... Допустил очень глупая ошибка. Ладно, давайте попробуем снова. Это просто было забавно, знаете. На какую кнопку открывается винсьют? Вот, другое дело. Дайма! А винг-сьют-то хорош. Хорошо. Рада, что тебе нравится. Поспеши к мосту. Возможно, не сообщила. Я дала тебе GE-64, опытный образец. С Бавариевой взрывчаткой. Тогда начнем с моста. О, они такие маленькие. Способны, как они взорвут мост. Иду к точке наблюдения. Идешь, может, ты полетишь? Бойцы Деравелла движутся быстро. Пожалуйста, поторопись. Блин, если бы сейчас это было на время, я бы явно ничего-то не успевал. Надо добраться. Готов к прибытию конвоя. А, во-во, следим, хорошо, вот едет конвой. Привет, конвой, как ваши дела, конвой? Вы готовы упасть вниз, оказаться на дне? Вояки Деравелла даже не поймут, что случилось. Весь конвой заехал. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Лол, что? Я думал, сейчас весь мост рухнет, а... Видимо, нет. Все отчаянные прыжки. Вы допрыгаетесь. Блин, прикольно. Я хочу так уцепиться за вертолет. Представьте себе. По мне стреляют, я такой... Ать! Вертолетик, иди сюда, мразь.
Не, на этот раз-то сделаем все правильно. Я хотел выжать нужный момент, понимаете? Я не... Дировелла даже не поймут, что случилось. Я не привык взрывать по команде. Я люблю взрывать именно тогда, ко мне этого отлично хочется. Рекомендую подобрать броскую геройскую реплику. Или... Подожди, я засекла вертолеты на подходе. О, я успею поиграть с вертолетами. Рядом две установки ракет «Земля-воздух». Отмечу их расположение. Рекомендую перепрограммировать. Найди панель управления ЗРК. Тут еще кто-то есть? По-моему, кто-то стрелял еще. Взлом пошел. Установка под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее. Ладно, ладно, Черт тебя. И меня с тобой вместе. Я знаю, как сейчас выглядит, ребята. Я, скорее всего, сейчас спалю свой таскбар внизу, но, ребят, ну просто с этой игрой по-другому никак, к сожалению. Она немножко капризная. Кажется, получилось. Я завел себе новых друзей. Не послышалось, я завелся. Ладно. Извиняюсь за все эти ассоциации. Еще два. Можно я хотя бы один собью сам? Я очень хочу. Пожалуйста, мам, разреши мне сбить вертолет. Спасибо, Дайва. Ну, хоть постреляю по нему. Спасибо, что побыл морской свинкой. Поговорим позже. Вот и все так говорите, знаете, спасибо. Алло, поговорим позже. Это я, Марио. Марио Фриго. Помнишь, где бабуля моя живет? Она сегодня будет готовить. Заходи обязательно. Прием. Откуда у тебя комлинк, Марио? Что? Да у всех они есть. Рико, ты должен сказать прием. Прием? У всех? Прием. Дались тебе эти комлинки. Бабушка уже на кухне. Не опаздывай. Прием. Блин, перемещаться вот по такой местности мне трудно. Я не люблю горы, я люблю более, знаете, плата. Плата это мое. Я вся жил на плате, родился на чертом плате. Рико, просто... еда стынет. Бабуля рассердится. Давай скорее. Да ща, иду, иду, бабуля потерпит. Все, прилетел. Рико, это ты? Это я, Гранматра. Как ты похудел? И скажи Марио, чтобы он убрал хлам с газона. Конечно, бабуля. Бабуле не нравится машина. Она ей никогда не нравилась. Ты ее не доделал. Я ждал тебя. Я тебя, между прочим, не виню за то, что ты пропал. Марио, у меня не было выбора. Знаешь, я об этом как-то не думал, Рико. Но есть разница между тем, на что ты смотришь и что ты видишь. Посмотри на Медичи. Жемчужина под ярким солнцем. Но когда ты видишь Медичи, то понимаешь, что все прогнило. Когда это ты заделался философом? Да не в этом дело. Я помогаю повстанцам. Ничего масштабного, у нас и армии-то толком нет. Ты же видел атаки во время недели Дировелла. Повстанцы бежали, прятались. Позорище! Марио! Рико! Пора ужинать! Гранматре, дай нам еще минутку! И мы придем! Пожалуйста! Марио, уважение? Она глуховата. Что ж, у меня есть план. Дировелла удерживает города и поселения. Но без своих баз он лишится силы. Мы должны найти соратников, собрать войска. Я освобожу Манею. Смелое заявление, Рико. Да нет, не слишком. Мы должны показать людям, что способны отбить их города и поселки.
И еще я собираюсь разрушить ВИС Электро. Это безумие. Пришло время вырубить свет. Сколько времени Тиравелла строил электростанцию? 3 месяца? 4? Я за день превращу ее в дымящиеся развалины. Правильно. Что бы ты ни делал, мы тебя поддержим. А все, что ты разрушишь, мы перестроим. Бон, муй бон. Мальчики! От всей этой болтовни я здорово проголодался. Идем. Ну что же, ребят, у нас тут весело. Миссия выполнена. Время для улучшений. Что же, ребят, привет, вот у нас здесь машина недоделанная. С возвращением в Медичи. Это Олеся с Радио Дель Революсьон. Марио сообщил мне, что ты хочешь освободить Манею и уничтожить станцию ВИС Электро. Честно говоря, не терпится посмотреть на тебя в деле. Свяжусь с тобой, когда ты будешь ближе к месту. Открыть камлин, каскадер, новый лучший рекорд, ваше новое место 10. Постойте, 10? Я, если что, я в сети нахожусь, и как бы туда должно что-то учиться, но 10. Вы следующую миссию переброски Марио. Здесь вы можете прочесть об уровне миссии и награды. Хорошо, здесь вы... Поселение Манея. Пустые пункт маршрута. Готово, ребята. Сесть, закройте комлин. Нас еще чему-то обучают. Когда я смогу просто делать то, что я хочу, народ? Кстати, почему у нас отметка в другую сторону? Кстати, я пока что-то... Я вообще не знаю, что происходит. Личный был самый длинный прыжок на уцелевшую наземную... На уцелевшую! Видно, подчеркивается, что он не должен быть взорван. Самый длинный прыжок. Это, видимо, среди моих друзей считается. Я уже на 7-е место поднялся. Мне нравятся эти ники. Хикас Шит Френд. Дерьмовый друг Хикана. Это... Ой, это, наверное, мой какой-нибудь друг. Тут чисто случайно можно на машине, знаете, сигануть, как на золотом коне. Что я сделал за день? Это, кстати, ты прав. И, кстати, да, да, конечно, лучше. На самом деле, мы вполне могли раскрыть Бэт-крыло. А, это радио, я подумал, кто на колени, что происходит? Нет, это радио, хорошо. Как здесь не мировой рейтинг, а просто и рейтинг среди друзей, как я понимаю. Рико, приветствую в Манее. Это моя родина, так что мне особенно больно видеть, во что Диравелла превратил город. Это он-то половина машины, а чё там Андроид? А, этот голос! Заставь его замолчать! Постой, как? Как я что-то... Я не хотел ничего разрушать, полиция! Видите, вот тут те чуваки меня палят. Я сейчас очень так палюсь хорошо. Разрушить, как я понимаю, должен это. Гвардия... А, это, постойте, это застава Гвардии Альфа. Полицейский участок, цистерна, поднять флаг. Постойте, а где это все делать? Эти слова, вдохновленные речами моих великих предшественников, придают всем нам сил.
Не забывайте наше учение. Просвещайте тех, если тут были бочки. Грехи невраждебной пропаганды. Ладно, бочек тут нет, придется использовать оружие. Им спастись. Я! Не нужно крушить все рупоры, достаточно снести щиток, который ими как бы управляет. Круто. Так, что еще мне надо порушить? Или кого? Поднимемся еще выше. Над этими хрущевками. Готовы динамики, мертвые. Я знаю, это странно звучит, но я их убил. Мама, меня машина убил! А флаг где тут поднимать? Смотрите, экологическая энергия. Эта игра учит хорошему. Это полицейский участок, если что. Что ж, приступим. Я повесил кого-то. Не знаю, просто мне кажется, это забавно. Полицейские участки захвачены, что это враги. Обнаружены повстанцы. Немедленно направиться по этим координатам. Эд, Громила, Мирабелла. Буйный. Тушите свет. О, изменения. Это хорошо. Не, значит, что эту пушку. И этот автомат. Что, оружие потерял? Держись крепко. Нет, эти чуваки вообще стрелять не умеют. Тут даже не полиция. А нам вот это уже серьезно, люди идут. Отправляю к вам дополнительное подкрепление. У тебя не было шанса. Кстати, это наши чуваки, откуда они? Я думал, мне нужно будет вызывать личный самолет, или, знаете, как, я помню, когда... Конечно, жил на Тенерифе, там за китайцами по утрам приезжал какой-то спецавтобус и возил их на работу. Ну и там были не только китайцы, просто китайцы мне больше всего запомнились. Потому что я, в принципе, очень люблю азиатов. О, походу, это она. Отправляю дополнительные силы. Солдаты направлены к вам. Держитесь. Ну и вот я думал, то же самое придется сделать с нашими повстанцами, но... К счастью, все обошлось. Это центр, прием. Почему никто не отвечает? Потому что все заняты. Где флаг? Надо поднять флаг. Уничтожь Саду и Рико. Я знаю, давайте несем ей голову. Извините, ребят, игра сворачивается. Мы же все разнесли, я? Давайте до основания. И еще, до полного... Ну все, нет, это все, реально, дальше уже не получится. Как здесь все не помечено, знаете, все, что нужно сделать. Это... Пока тут. Это реально бы мне помогло. Крепление отозвано. Может быть, если я карту открою, может быть, здесь можно что-то увидеть? Поднять флаг, цистерна. А, кстати, цистерна вот здесь имеется. Значит, цистерна там выше, хорошо. Вернее, она не выше, она дальше. Но сверху я ее увижу. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по этим координатам.
Тебе герой с пистолетом. И нам сюда. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Ребята, а вот что вы думаете о Латинской Америке? Вот таких, знаете, испано... пан-испанских городах. Я не знаю, как даже их назвать. Что вы о них думаете? Я не знаю, мне больше нравится именно такой, знаете, я бы сказал, ну, не британский, а американский стиль. Под американский я имею в виду северноамериканский. Или же... Рекламный щит, надо, кстати. Надо убрать эти уродские щиты, Рико. Лицо генерала пугает людей, пробуждает покорность. Ну и нужно... еще призвать немножко поддержки. Постойте, это вот этот значок, видимо, означает силу того, насколько мы близко к нашей цели. Граффити, пропаганда. Это что? Запись Деривера? День первый. Проводивший обследование психиатр не сразу понял, как важно дать мне положительное заключение. Я объяснил, что он не прав, утверждая, что у меня отсутствуют моральные принципы. Просто мне нет дела до его морали и до его жизни тоже. Итак, моя военная карьера началась. Передо мной разложена шахматная доска. И путь к триумфу в моих руках. Показывайте, что у вас есть. Почти готов, ребят. И да, открыто. Центр. Отправляю к вам дополнительный флаг. Флаг, где ты поднимешь флаг? Говорит центр. К вам направлено подкрепление. Если что, уровень сложности в игре нет, так что если вам кажется, что для меня здесь тут слишком просто, блин, это первая миссия, ребят. Что вы хотите? Как должно быть? И да, опять же, здесь нет уровня сложности, так что особо выбирать не приходится. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. У меня один вопрос. А где я подниму флаг? Здесь? Где здесь подниму? Спасибо за подсказочку. Я оценю ваши подсказки. Знаете, тут не сразу подсказки. Здесь тебе дают подумать. Подкрепление в пути. Блин, как будто на уроке математики в 8 классе, не 8, а в каком классе у меня были, в 5 или в 4, мне давали подумать. Перед тем, как я сдавался. Да, флаг революции, бычок с лавровым венком. Городской гараж готов к работе. Спринт по холмам. Жасовок 2. У меня для тебя есть предложение, Мико. Конец связи. Извините, меня правда очень-очень много отвлекает, я знаю. Я знаю. Ну что же, ребята, наверное, на этом все. Продолжим мы. Да. Милицию Диравелла выбили за пределы города. Viva la revolución, mi fratres e sorores. Что же, ребят, мы увидимся с вами в следующей. Ой! Мы увидимся с вами в следующей серии. Спасибо за просмотр. Можете ставить лайки и подписываться на канал, чтобы повысить еще новые серии. Их будет очень много. То есть я планирую, ну, как можно более полно пройти эту игру. Может, я не буду проходить все испытания, потому что, ну, я не знаю, как-то... чувствую себя Бэтменом. Все как-то испытания, это не совсем по мне. Вот сюжет и, думаю, доп-миссии мы с вами осилим. Ну и, естественно, будем освобождать лагеря и взрывать их, потому что, блин, это самое главное в этой игре, ребят. Взрывать и освобождать. В игре, ну, по сути, это самое главное, ребят, реально, вот тут есть смысл. Спасибо за просмотр, до следующей серии, пока, ребята.